И всем салам алейкум, братанчики, меня зовут Димор, и вы на моем канале. Сегодня я работаю на 81-717-714 на московской линии Минского метрополитена по маршруту Малиновка-Уручья, или же по-русски Малиновка-Уручье. С вами, как видите, у нас 62-й маршрут. Давайте пойдем к нам в кабину. Аккуратнее, так, зато контактный рейс, вы же знаете, он под напряжением сейчас. Наш контактный рейс вот такой вот у нас номерной сегодня. Все, заходим в кабину. Ну что ж, ребятки, всем желаю приятного просмотра, тем, кто кушает, приятного аппетита. Погнали! Уважаные пассажиры, коли ласка, проходьте у середину салона. Не збирайтесь каля дверей вагона. Наступная станция Петровщина. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Petrovщина. Please mind the closing doors. Уважаные пассажиры, коли вы знайшли на станциях, где у тягниках метрополитена речи без нагляду, где подозволенные предметы, коли ласка, терминово поведомите про это. Наступная станция Михалова. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Михалова. Please mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, на основании решения горосполкома на объектах метрополитена введен обязательный маскировочный режим. Thank you.
Станция Михалова. Михалова Station. Наступная станция Грушевка. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Grushovka. Please mind the closing doors. Поважаные пассажиры, стережитеся кишенных крадежей. Наступная станция – Институт культуры. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Институт культуры. Please, mind the closing doors. Поважанные пассажиры, после объявы об закрытии дверей, посадка вагона не допускается. Институт культуры Station. Наступная станция – Площа Ленина. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Площа Ленина. Please, mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, вы назначили решение курс покупок на объекты перед ответом. Обязательно платить.
Станция Площа Ленина. Выход из железнодорожного вокзала и площади Незалежности. Пироход на хозяйку зеленого штука. Площа Ленина Station. Exit to the railway station and Площа Незалежности. Transfer to the Зеленолужская line. Наступная станция Кострышницкая. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Кострышницкая. Please mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, не заходите за ручку. Станция Кострышницкая. Пироход по технику Автозаводской линии. Кострышницкая station. Transfer to the Автозаводская line. А где Рейка? Ладно, сейчас диспетчеру сообщу. Прием, диспетчер. Говорит 62-й маршрут. Прям. Станция Кострышницкая, второй путь. Нету знака остановка первого вагона. Хорошо. Понятно. Довожу всем машинистам. Спасибо. Офигеть. Тут рейки нету. Вы видели сами? Видели только что? Тут рейки нету. Поважанные пассажиры, коли ласка, проходьте у середину салона. Не збирайтеся каля дверей вагона. Наступная станция – Площа Перамоги. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Площа Перамоги. Please mind the closing doors. Поважаные пасажыры, уступайте месцы пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і пажылым людзям. Второй маршрут. Да что? Ограничение на перегоне Кострышницкая площадь Перемоги. Не едьте больше 40. Хорошо, а что там случилось? На станции Парк Челюскинцев пассажир упал на рельсы. Окей. Офигеть, там пассажир упал на рельсы. На парке Челюскинцев причем. Выйдет пассажира. Машинист! То, да, вас слушаю. Почему мы так медленно едем? На станции Парк-Челюскинцев пассажир упал на рельсы. А, понятно. Спасибо, не знала. Какая-то пассажирка спросила, почему мы так медленно едем. Станция Площа Перемоги. Площа Перемоги Station.
Офигеть. Мы с задержкой прибыли. Посмотрите. Интервал почти 5 минут. Офигеть. Там реально упал какой-то пассажир на рельсы. Офигеть, вы посмотрите, интервал 5 минут. Наступная станция площадь Якуба Колоса. Осторожно, двери зачиняются. Next station is площадь Якуба Колоса. Please mind the closing doors. Шантарой маршрут, да, слушаю вас. На станции Пашилюшкинцев пассажиры извлекли из пути на платформу, так что нормально, можете следовать с максимально разрешенной скоростью. Хорошо, понятно. Ну, уже человека хотя бы извлекли, можно нормально ехать. И тут интервал почти 5 минут. Посмотрите на интервальные часы. Интервал просто 5 минут. Офигеть. Что у меня так лагает? Или часы у меня лагают, не понял. Что это за херня, я не понял. Я не понял, что это за херня. Звук пропал. Чё за херня, я не понял. Чё за херня с Минск Subway Simulator, не понял. Чё, блядь? Чё, блядь? Чё, приехали? Приехал, блядь. Ладно. Здесь всё нормально будет. Ничего не работает. Все, поехали, блядь. Всем пока!